Лидер демократической партии Гэри Рид назвал случившееся в Орландо настоящим позором для Сената США. Он заявил, что нет никакого оправдания тому, что сейчас подозреваемым в терроризме людям разрешено покупать оружие. Гэри Рид пообещал в ближайшее время сделать все, чтобы перекрыть лазейку для террористов. За последние годы демократы уже предлагали несколько раз законодательно ужесточить правила в сфере оборота оружия. Вновь и вновь после каждого подобного инцидента разгораются дебаты на эту тему, что, кстати, кому-то и на руку играет на фоне трагических событий в Орландо. Судите сами, всего за один день выросли акции американских оружейных компаний на целых 11%. Что происходит, между прочим, после каждого случая массовых убийств в США? Бум спроса на фоне дебатов об ужесточении контроля над приобретением огнестрельного оружия.